Всем привет! Сегодня будем менять крестовину кардана от Нивы Шевроле. Сейчас вам покажу причину, по которой я решил заменить. Так, ну вот, ребят, смотрите, вот он у нас кардан. Это у нас передний от Нивы Шевика. Причиной его замены стал очень гудеть он. Гудеть в плане того, что начинаешь ехать, стоит очень большой гул, как от подшипника. Вот, когда я его снял, все это пропало. Оказывается, смотрите, с одной стороны, которая кардан идет у нас к раздатке, есть крестовина, все нормально, она ничего не болтается, все как бы все хорошо. С другой стороны, то же самое, люфтов никаких нету, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Но здесь, когда начинаешь ее крутить, она идет с таким закусыванием, как бы раз, щелчок, раз опять. И, допустим, в другую сторону то же самое. Мы перевернем, начнем сюда. Также раз, закусило, хоп, дальше. Нету такого равномерного, как бы, поворачивания. Так, ну что, приступим к разборке. Для начала нам нужно снять стопорные кольца. Здесь они у нас находятся внутри. Вот здесь вот. Сейчас будем их выбивать. Так, так, вот оно одно колечко стопорное. Вот там четвертый. Ну что, смотрите, получается, все стопорные кольца сняты. Вот они все четыре лежат. Можно теперь пробовать выбивать крестовину. Сейчас выкрутим таводницу. Ее выкидывать я как бы не буду. Когда-нибудь пригодится. Куда-нибудь можно будет нарезать резьбу, так сказать, и вкрутить ее. Вот она такая. Прежде чем выбивать крестовины, забыл, нужно еще сделать как бы меточки, как у нас стоит флянец относительно кардана. Вот все, вот у нас с одной стороны риска видна. Да, на камеру не очень видно, конечно. Но здесь я наметил. И теперь сейчас поставим лиску вот здесь вот. Можно это все сделать маркером. Ну, вдруг он смоется, сотрется. Как говорится, метка, она уже останется, риска. Все, теперь можно брать и выбивать. Выбивать я буду немножечко по-другому. Обычно молотком бьют как бы вот сюда. И сама как бы чашка крестовины, она начинает вверх вылазить. Ну, я как бы не хочу молотком забивать сам кардан. Я сейчас просто возьму какую-нибудь наставочку и саму крестовину пробью вовнутрь туда, чтобы у меня с этой стороны вылезла она. Все, потом аккуратно ее вытаскиваю и пробиваю в другую сторону. Также вытаскиваю с этой стороны чашку. То же самое делаю с этой стороны. Ну, сейчас вам примерно покажу, как это все будет происходить. Так, смотрите, что нам для этого понадобится. Взяла, короче, головку на 17. Она четко подходит примерно по диаметр крестовины. И сейчас буду ее пробивать туда вовнутрь. Сейчас смотрите, как мы видим, крестовина у нас, чашка сама вылезла. Сейчас попробуем ее вытащить.
ну вот и все. Крестовина у нас разобрана. И мы просто берем и извлекаем отсюда. Так, ну что у нас получается? Крестовину разобрал. Смотрим, почему у нас закусывало. На вид вроде как бы все цело. Теперь хорошо вытираем тряпочкой здесь. Очищаем. Так, ну вот она, ребята, крестовина новая. У меня стоят москвичевские. Это у нас усиленная какая-то. Так, это у нас ничего не реклама. Просто взял вот такой вот фирмы. Что у нас идет здесь в комплекте? Сама крестовина. Ну и новые стопорные кольца. Собираем аккуратно, чтобы не потерять все подшипнички. Смазка здесь хорошая какая-то, смотрите. С резкостью наведется, зелененькая. Аккуратно все вставляем, чтобы не потерять подшипнички, которые находятся внутри. Вон они. Вот аккуратно бьем по кругу. Сильно не стучим. Ну вот, все, ребят, смотрите, крестовину поставил, чашки все забил, теперь устанавливаем стопорные кольца. Стопорные кольца у нас ставятся вот сюда в пасы, сейчас вот как бы резкость навести, получается вот оно само стопорное кольцо, его нужно установить вот здесь вот внизу, у нас там есть паз. Получился такой маленький нюансик. Если я забиваю стопорное кольцо, ну видите, какое широкое в одну сторону, то во вторую сторону чашки я уже его забить не могу. Там просто не остается под него места. Как выход, сейчас нужно просто чуть-чуть кольца сделать потоньше. Только не сильно, не переборщив. Потому что даже если взять, смотрите, вот они два кольца стопорных. Вот это новое, вот это старое, которое я выбил. У меня стояло стопорное кольцо в два раза тоньше, чем шли в комплекте. Ну вот, ребята, сейчас болгаркой, короче, маленько подточим колечки. Ну все, кардан готов. Смотрите, подогнала стопора, получается.
подточил их, грубо говоря, в два раза меньше сделал. Вот, смотрите, все легко. Потому что вот чуть больше делаешь, стопорное кольцо начинает закусывать, очень тяжело как бы крутится. Короче, не судьба поставить таотницу. Тут металл ядреный такой, либо сверло у меня не айс. Короче, не берет ни одно сверло. Ладно, будем без таотницы. С одной стороны будем мазать, а с другой, ну, не знаю, сколько прослужит, посмотрим. Ну, в принципе, и все. Крестовину я поменял. Как вы сами видели, хотел еще таотницу поставить, чтобы можно было смазывать саму крестовину, но не получилось. Либо сверла тупые, либо металл в чашке такой, что просто сверло его не берет. Скорее всего, либо каленое, не знаю. Посмотрим, сколько она проходит. Короче, как-то так, ребят. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите комментарии. Всем пока.